серьезно, Стафи, сегодня я вам хотел сказать, что у меня открылась группа под названием Стафи в Дискорде. Я над ней вот недавно работал и уже ее сделал практически, но также я ее буду продолжать. Как вы видите, здесь есть много чатов. Вот есть основной Майнкрафт. Ну, тут типа основной хоть что пишем. Майнкрафт пишем. Про Майнкрафт, что такие, типа, вопросики, новичок, это, там, чтобы новички общались, футбольчик, там, про футбол, поиск тиммейтов, это, чтобы найти себе друга по игре, предложение по улучшению. Здесь вы пишете, например, канал под... названием там, не знаю, как-нибудь. Книга жалоб, то есть вы пишете вашу жалобу, я их буду читать, либо мои администраторы. Правила сервера обязательно читайте, тут их не так уж и много. Есть также голосовые каналы, основной ФК Майнкрафт, то есть про Майнкрафт, то есть, например, что-нибудь пописали, типа, го, поиграем, типа, давай. И вот, заходите в Майнкрафт или звоните. Чат для ботов тут, например, ну вот, либо пишем, не знаю, ну, плюс, и плей, и музыку, и вот, типа, заходите в этот, и вот тут пишите плюс. Комната диджея – это закрытая комната, как и это чтобы мои администраторы там общались. Ну, по игрульке шутеры – это, например, вот такое всякое. Например, не знаю, вот нашли, либо туда идем, либо здесь можно. Вот так вот я вам все и рассказал. С вами был Стафи. До новых встреч. Заходите в мою группу. Всем пока! We'll be right back.